Всем привет! Вы на канале Семейка Лайф. Нам сегодня пришла посылочка от компании Багздрав. Это компания, которая производит закваски, как традиционные, так и пребиотические. Также у них есть закваски, чтобы делать мягкие и твердые сорта сыров. Сейчас я открою и покажу, какой заказ я сделала для нашей семьи. Так, вот написано: компания Багздрав. Бактерии для здоровья и долголетия. Так, какие я заказала себе закваски? Закваска Slim, так как я сейчас худею. И буду делать себе такие вот типа йогуртов. Так, вот таких заквасок я заказала 2 штуки. Вот. В каждой коробочке есть 5 стиков. Каждый стик по 3 грамма. Так, дальше. Закваска творог. Тоже 5 стиков по 3 грамма. Закваска Нормафлор. Это для детей. Закваска Кардио. Это для пожилых людей, которые мучаются с холестерином, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эту закваску я заказала для своих бабушки и дедушки. И еще одна закваска Иммуна, повышает иммунитет. В наше время сейчас это необходимо. Сейчас покажу, как они выглядят внутри. Вот такие вот стикеры по 3 грамма. Компания Багздрав. Так, сейчас уберу и расскажу поподробнее. Так, в компании Багздрав есть традиционные. Из этих моих заквасок традиционное — это творог. Традиционные закваски можно разбавлять в 3 литрах молока. Можно разбавлять и в 1, и в 2. Консистенция от этого не меняется. Вот здесь можете посмотреть состав, наименование. Применением закваски можно приготовить вкусный и натуральный домашний творог с высоким содержанием белка и минералов. Не содержит ГМО и консервантов. Улучшает пищеварение, содержит необходимые организму витамины и минералы, восполняет кальцием и фосфором организм, необходим в правильном формировании костей и зубов в растущем организме детей. Содержит железо и магний. Используется в кулинарии. Вот, это традиционная закваска. Это все пребиотические. Так, следующая закваска, она идет с пребиотиками. Это пребиотик закваска Нормафлор. Имеет уникальный состав из 15 пребиотических культур, свойственных микрофлоре детей младшего и школьного возраста. Рекомендуется при различных нарушениях пищеварения, диарее, вздутии и запоре, при сниженном иммунитете, укреплении и поддержании здоровья детей, профилактике и инфекционных заболеваний в школьный период, при аллергических проявлениях и во время приема антибиотиков и других противомикробных средств. Так, закваска Иммуна в состав пребиотика включает 13 штампов высокоэффективных видов бактерий. Рекомендуется для людей, которые перенесли операции, при аллергических состояниях, людям, подвергшимся частым вирусным заболеваниям для усиления иммунитета,
пожилым людям, школьникам для снижения риска заболеваемости, людям, живущим в неблагоприятных экологических условиях. Так, закваска Slim рекомендуется для стимуляции липидного обмена при диетах, для подавления чувства голода, для повышения уровня выносливости, увеличения количества энергии, людям, имеющим проблемы с лишним весом, людям, ведущим здоровый образ жизни и поклонникам правильного питания. Вот такую заквасочку я обязательно попробую. Так, ну а вот эта вот заквасочка кардио, она рекомендуется людям с различными проблемами сердечно-сосудистой системы, людям, имеющим избыточную массу тела, ожирение, сахарный диабет, пожилым людям. Вот такие вот замечательные заквасочки я получила на обзор от компании BugsDrop. Ссылочку на этот товар я обязательно оставлю в описании видео. Обязательно заходите, смотрите, заказывайте. Еще забыла сказать, что как приготавливать и для чего каждая заквасочка. Такая вот инструкция есть в каждой коробочке. И сейчас я покажу, как я буду делать закваску кардио. Потому что хочу поскорее сделать и дать попробовать своей бабушке. Так, сейчас первым делом хочу попробовать вот такую вот закваску. Высокоэффективный состав продукта включает в себя 13 видов уникальных штампов. Так, именно эта закваска, она... Сейчас покажу, как она выглядит внутри. Так, вот такие вот закваски. Закваска кардио. BugsDrop. Так, что у нас? Как приготовить? Налить в емкость. Эта закваска применяется на 1 литр. Вот этот вот один пакетик на 1 литр молока. Налить в емкость 1 литр кипяченого или пастеризованного молока. Температура 37-45 градусов. Перемешивая, добавлять закваску до полного растворения. Молочную смесь оставить в йогуртнице при температуре 37-45 градусов на 6-8 часов. После сквашивания продукта охладить в холодильнике не менее 2 часов. Так, хранится этот готовый продукт 3 суток. Так, в одной коробочке у нас 5 вот таких вот стикеров. И, конечно же, инструкция. Ну, здесь инструкция на весь продукт фирмы BugsDrop. Так, я буду использовать вот такое вот молоко. По идее, лучше домашнее. Ну, у меня домашнего сегодня нету. Вот такое вот. Здесь 1 литр. Сейчас мне его надо скипятить и охладить до 37-40 градусов. Так, ну все, молоко у меня остыло. Да, теперь нужно всыпать туда эту закваску и 2 минуты перемешивать, чтобы закваска хорошо растворилась. Как выглядит внутри бактерии, сейчас я вам покажу. Так вот, как белый порошок. Теперь 2 минуты перемешиваю.
Так, ну что, прошло 12 часов. Я просто поставила эту закваску в доме. И сейчас посмотрим, какой она будет консистенции. Приготовила специально тарелочку. Смотрите. В принципе, можно еще подождать. Видите? Густая сметана. Сейчас попробую. Вкусно. Это вот как ряженка густотой. А вкусная вот прям просто как будто из детства. В общем, всем рекомендую. Обязательно зайдите на сайт. Сайт будет в описании видео. И заказывайте такие закваски и не пожалеете. Всем пока-пока!